Не собирался я скандалить! Мария, Семен, Артур, Карен, простите, если я вас обижал! Дима, твое поведение вводит нас всех в очень неловкое положение! А это потому, что его поведение теперь поставлено на учет в полицию! Как он себя ведет здесь? Смотрю, побоев нет, нормально, да, себя ведет? Значит так, ребята. Здравствуйте! О, Семен! А че не звонишь? Да, вроде как бы надобности не было. Да. Да забрали мы у гопников твой телефон, на! Спасибо, спасибо! Мама, мама, они забрали мой телефон! О, ну-ка, ну-ка, как зовут? Мария. А ну-ка, руку вот так сделай. Как зовут? Мария. А, не показалось. Не показалось. Петров. Так, а ты че молчишь? Все игры стоишь и молчишь, вот стой, молчи. Кого я вижу? Как зовут? Карен. Ты че делаешь? Че, регистрации нет, что ли? Есть. А че тогда было? Про нас и так знаешь, что говорят? Я знаю. И я знаю. Че, все знают, что ли? Так ты вообще молчи. Так, молодой человек. Да не за что, Семен, не за что. Ну, да это наша работа, ну, давай. Так, гражданин. Да не за что, мама Семена, ну, да это наша работа, да. Так, гражданин. Говорю, ответь. Че толку вообще, а? Так, гражданин, а че там из-за тумбы здесь стоим? Че, митинг какой-то, что ли? Разрешение есть? Вообще-то это ведущий КВН. А, да? Ну, начинайте тогда. Кстати, где Семен? Позвоните, он мне звонил только что. Аппарат абонента выключен, значит, снова забрали гопники. Семен, ну не твоё это мобильная связь, а? Попробуй письма. Так, начинайте. Петров, я за тобой слежу. Песня про счастливый случай в жизни Семена. Когда это он был? Ну, был же. А, точно. Я так больше не буду. Конечно, ты больше так не будешь. Исправительные работы. Может, не надо? Давай, как учили. Гроза бомжей и наркоманов, участковый наш Богданов! Карен, слушай, я... да ты что делаешь, что я нет имел в виду? А ты можешь еще спеть? Что это было-то? Да че улыбается, молчит, никому ни слова, когда каждый мечтает с ним лова-лова. Чего? Да говорю, улыбается, молчит, никому ни слова, когда каждый мечтает с ним лова-лова. Классиков слушать надо, ребят. Так, Карен, кстати, слушай. Да ты че делаешь? Мне нравится, начинает уже. А ты можешь это все? А, да легко. Участковый, как там? Моей дурацкой не мечтает. Когда кружишь за танцем, и как дурацкая просекает. Когда стреляешь пальцем. Участковый.
ночи до света, это мы, актеры, люди, которые могут сыграть и полицейского, и врача. Так это что, все не по-настоящему? Так, Петров, табель, это настоящее было. Я что, получается, тут зря руки целовал, да? Я говорю, табельно, настоящее было. Так, хоть и финал. Кладемся, кладемся.